по авиации в этом магазине. Здесь у них идет корабли, кораблестроение, здесь авиация. Присутствуют такие модели, производители модели, как Эдуард. Кстати, вот какой-то новый китайский производитель, I Love Kit. Или, может, старый производитель, не знаю. Эдуард Airfix. Италери, Академия. Тамия вон представлена своими знаменитыми корсарами в 48-м масштабе. Миникрафт. Роден. Спитфайры от Аэрфикса. Б-17. Бристоль Бленхейм. Ревеловский Митчелл. Академовский Б-17. Летающая крепость. Кстати, вот еще фирма Пегас. Здесь Спитфайры, Мустанги. Эллер есть. Это вот авиация здесь у них. Здесь броня в 35-м масштабе. Немножко Звездных войн, роботы. Да, брони маловато. Отечественный Роден, Миниард. Звезда даже есть. Вон Тамия, ICM, Мастербокс. Драгоновские фигурки в основном. 18 по 20 долларов, по 15 за набор, зависит, наверное, от года выпуска. Довольно старый выпуск ICM-овских фигур. Надо же, 10 минут назад здесь был какой-то звездовский танк в 35-м, его уже нет, наверное, купили. Остались только вот такие вот 34-ка и Т-4 от звезды. В 72-м масштабе. Think so. Зато 35-го масштаба здесь в разы меньше, чем в магазине Mark Twain. Вот такие вот дела. Ладно, друзья, всех благодарю за просмотр, за лайк, за комментарии, возможно, даже за подписку. Спасибо большое. Кстати, вот в масштабе 1.48 японский танк от фирмы Atlantis. Смотри, у них даже из 2 выходил, или это из 3, да?
сколько это чудо стоит, $22. Ну, внутри, наверное, старенькие дрова, но, тем не менее, разработка, видать, 70-х годов. Made in America. Вот такие дела. Все, друзья, пока-пока.